Ну, все, кто помнит улицу Чкалова. Здесь поворот на Демьяна Бедного. Вон там моя родная 45-я школа бывшая. Училище. Ну, спецучилище. Здесь, как я уже говорила, был чудесный домик, который снесли. А вот здесь было любимое многими кафе «Ялинка». Я не знаю, что там сейчас. Вот. Сейчас посмотрим. Тут что-то пооткрывали, какую-то солодку скрыню. А что же сейчас на месте любимой нашей «Ялинки»? О, черт побери. Пап. Блэк Бизон. Ну нет. Извините меня, конечно, но Блэк Бизон я что-то не хочу.